Что вредно есть натощак? Советы врача, от чего стоит отказаться утром. То, что мы едим утром, может существенно повлиять на наше пищеварение и общее самочувствие в течение дня. Доктор назвал продукты, блюда и напитки, которые лучше не употреблять натощак. Острая еда может нанести ущерб пищеварительной системе. Расстройство желудка и изжога. Если употреблять натощак, предупредил доктор Лата Патил. Кофе. Черный или сладкий со сливками. Кислая природа черного кофе, добавленный сахар и молочные продукты могут раздражать слизистую оболочку желудка. Кроме того, доктор Патил рекомендовал избегать употребления других кислых напитков натощак, они также способны усугубить изжогу или гастрит. Сладкие каши и выпечка. Эти основные продукты для завтрака могут казаться сытными, но доктор Патил посоветовал вообще избегать рафинированных углеводов натощак, поскольку они могут привести к скачкам уровня сахара в крови. Жареная еда содержит большое количество жиров, и ее переваривание занимает больше времени, что создает нагрузку на пищеварительную систему, особенно если ее едят первым делом утром. Фруктовый сок. Доктор Патил предостерегает от его употребления натощак из-за вредного воздействия на здоровье зубов. Кислота во фруктовом соке может разрушить зубную эмаль и увеличить риск возникновения кариеса.